Невозможно предотвратить, значит, необходимо выявить на ранних стадиях. Это главный принцип борьбы с онкозаболеваниями. В одном из торговых центров Ульяновска накануне каждый мог пройти скрининг обследований, измерить рост, вес, артериальное и глазное давление, а также получить консультацию, касающуюся онкологических заболеваний и не только. Пожалуйста, без очереди, без всего. Измерили давление, измерили глазное давление. Вот. Я уже 30 лет не проверяла ни давление, ничего. Вообще не ходила в поликлинику. Вот. Да? И вы сейчас довольны? Довольна. В рамках борьбы с онкологическими заболеваниями на протяжении месяца в регионе действовала не одна такая площадка здоровья. Были организованы дни открытых дверей, лекции и семинары. А главная цель – привлечь внимание к этой проблеме, рассказать о важности и возможности раннего выявления болезни. Это дает шанс на выздоровление. Ведь для раннего выявления достаточно пройти ежегодную диспансеризацию. В прошлом году мы выявили 130 случаев онкологических заболеваний, из них 78% на ранних стадиях. Ни для кого не секрет, что большинство россиян не проходит плановое обследование. Здесь такая великолепная возможность пройти быструю, ускоренную проверку своего здоровья, во-первых. Во-вторых, начинать прививать культуру, следить за культурой своего здоровья. Рак по частоте причин смертности среди заболеваний занимает второе место. Ежегодно злокачественные новообразования выявляют у 600 тысяч человек. А всего с этим диагнозом только в России живут 3,5 миллиона людей.